Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ежедневные награды. Давайте посмотрим, так, 65 долларов и 12 ПВП монет. Забираем, естественно, так, в магазине у нас пока одна колода. Но, тем не менее, мы все равно ее откроем и посмотрим, что нам здесь достанется. Кто там, Джастин, что ли, да? Да, именно он. Ладушки, не лучше, конечно, герои, но все-таки. Забираем здесь золотые осколки 2 штуки, серебряных 2, телепорт 2, монет. Какие монеты? Конечно же, баксы 5 штук и мутагенка. Все, здесь пока он... Ага, ежедневки откатились, да? Или нет? По-моему, да. Поэтому давайте, ребята, забирать сразу же здесь реварды. Здесь поднимаем уровень персонажа, естественно, ребята. Так, сколько у нас мутагена? Ну... 4300, хорошо, давайте возьмем самого маленького, непрокачанного, так скажем, бойца. Это у нас почему-то до сих пор еще Рафик. Ладно, хорошо, давай поднимем тебе уровень. Все, он доволен, он счастливый, ну и я тоже счастливый, ребята. Так, сразиться в 10 боях компании, но мы вначале пройдем серию испытаний. Так, и это будет у нас, давай вот здесь, наверное, пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Побежали, короче, сейчас я здесь... Нет, я буду сам, ребята, рулить. Блин, правда, мне не нравится вот локация комиксов. Ну да ладно. Так, змейка Вьюн, значит, у нас здесь. И два дроида. Сейчас попробуем их разобрать без каких-либо проблем для себя. У меня, видите, ребята, Рокзар и Зек как бы на грани уже, ребята. На грани, их могут в любой момент, в принципе, положить. А, нет, ребята, вряд ли у них удастся, поэтому... Все, мы отхилились, здоровье у нас прибавилось. Так, змейка Вьюн, хорош буянить. Оп, не падает. Хорошо, Зек уронил. Ну, а теперь, ребята, эти эндроиды. Так, куда ты? Что ты делаешь? Ага. Ладно, давай, Крис. Готов. И этого, думаю, тоже мы сейчас... Нет. Не... Во, все. Так, вторая, последняя волна здесь у нас. И кто у нас тут... Так, Крип, Бакстер и вот грибы. Самые противные, это, ребят, грибы для меня. Поэтому надо в первую очередь, конечно же, разобраться. Ё-моё, с ними начинается. Начинается. Так, Раф Малорик, как всегда. Ага, этот хилищий. Сейчас начнется, да? Это промахнулся. Короче, надо, ребята, мне вот этот гриб, наверное, уничтожить. Сейчас, боюсь, Крип поставить, знаете что? Провокацию. Да-да-да, он может сейчас это сделать, и будет очень плохо. Он так и делает. А, нет. Ну да, в принципе, он сделал оскорбление и сразу же поставил на себя провокацию. Ну, это было предсказуемо, если честно. Соответственно, мне придется его разбирать теперь. А не так легко все это. Блин, этот еще Бакстер тут хиляет. Знаете, я, наверное, сейчас, если успеем, я делаю провокацию Рафаэлем. Да, я не хочу, чтобы у меня кто-то здесь, ребята, упал. Сделаем еще ответочку. Вот так. Бомбанем Леонардиком. Оу, Лео хорошо бомбанул. Ну-ка, Зек. А вот Зек, Зек не совсем хорошо, конечно. Ага, провокацию я хотел поставить. Нет у меня, ребята, ее. Она в откате еще до сих пор. Но вроде бы и так все хорошо у нас получается, ребят. Должны здесь мы с вами каточку эту затащить. Да гриб, отвали ты от меня уже, достал. Во, молодец. Малорик, Лео, так, ну все. Давай, добивочный. Так, Бакстер упал и... Да, все отлично, ребята. Хорошо у нас здесь получилось. Мы с вами прошли идеально, получили 3 звезды. Ну и, соответственно, сейчас забираем ревард. Так. Ну давай, 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 собираем. И ревард. Ну что же, нам нужно, да ё-моё, сразиться. Ну, мы сражаться не будем, мы с вами сделаем немножко... Ах, да, ребята. Эйприл Кунаичи, естественно, давайте развивать ее. Так, 2500, да, нужно, хорошо, как скажете. Ё-моё, 3 звезды, ну, бронзовые. Так, и у нее открывается новая способность, ребят, называется она «Пальцы веером». Эйприл бросает Тессен во врага. Вероятность 25% уменьшить скорость на 50% в течение 2 ходов. Понятно. Ладно, ах, я могу ей еще ранг поднять. Сколько здесь нужно? 5000, ага. Извините, но сюрикенов у меня как раз не хватает. 5000, хотя осколков 200 нужно. У меня, ну, в принципе, этого хватает. А вот
Валюты, скажем так, нет. Ну да ладно, а мы с вами приступаем, ребята, искать новых персонажей. И я думаю, что мы начнем с Паукуса. Давайте, сколько нам попыток? О, хорошо. Нам всего лишь 10 ДНК нужно. Так, уже 9. Уже 9, это хорошо. Так, давай, давай, давай. Не жмитесь на Паукуса. Так, две карточки мы уже с вами получили. Ну, давай третью. Ага, нет. Ну, тут сами понимаете, ребята. Шанс 3 карточки из 3 выбить, это очень-очень маленький. Так, ну, тем не менее, еще одну карточку мы получили. Воу, 4 уже. Слушайте, это очень неплохой результат. Ну, давай. Ай-яй-яй, нет. Но, тем не менее, ребята, тем не менее, мы зарабатываем с вами 4 ДНКшки с 2, так сказать, попыток. Остается лишь 6 ДНК получить, и мы его апнем на 4 звезды. А потом, по-моему... А, нет, 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 нет. Золотые, это уже будет, по-моему, когда у нас будет минимум 5. Хотя нет, я смогу, да, ребят, я смогу 4 звезды, когда у меня будут серебряные. Я смогу, если будет у меня хватать осколков, проапать его до голды. Но это, ребят, все у нас потом будет. Мы давайте будем искать уже Карайку. Так, Карайка, давай, не подведи меня, родная. Тут пока ничего не вышло. А здесь у нас как будут дела обстоять? Да ладно, вы издеваетесь, что ли, сейчас надо мной, а? Серьезно, вот так вот просто? Ну, хоть здесь дали, то ладно. Так, ну давай, последние, как говорится, 3 попытки. Угу, балалайка нам. А здесь что у нас? А здесь одна ДНКшка выпала. И здесь смотрим. Да, ребят, что там, что здесь, по одной... ДНК как-то не айсово получилось. Хорошо, выбираем, забираем свои реорды. Так, так, да понятно все дело. Ух, ну, тем не менее, ребят, по списку у нас, короче, Кунаичи апается. Потом Паукус на подхвате, как говорится, уже. Карачка и, как видим, уже Бакстер Муха и хи-хи-хи. Смотрите, Змейка Вьюн у меня уже на 3 звезды прапаны. Есть смысл, в принципе, его качнуть, но как-то неохота, если честно, ребят. Вот Змейка Вьюна почему-то неохота. Вот Рафика, ребят, смотрите, 7 карточек, если мы получаем, мы его можем тоже апнуть. Да, в принципе, тут и Кейси Джонс, я имею в виду из фильма, тоже недалеко ушел, 16 карточек, и он будет у нас выше по рангу. Оу, Гекка, кстати, 5 карточек. Ну, тут, смотрите, ребята, все уже практически на подходе, практически все. От этого только... Хорошо мне становится, но единственное, ребят, опять же, вся проблема будет заключаться в мутагене, в осколках и в валюте, чтобы прапать. Ну что же, мы с вами давайте, наверное, отправимся. Мы можем подраться за пиццу. Пицца, в принципе, мне нужна, ребят, у меня всего, почему так мало-то? 4 всего лишь осталось. Странно. Ну хорошо, давайте тогда быстренько с вами пробежимся, накопим этой пиццы, чтобы в дальнейшем можно было нам с вами драться. Мы потом отправимся на лигу, я так понимаю. Рожей в землю, как говорится, к ногам припал. Так, ладно, первого пиццелицева мы с вами размозжили. Ну, в принципе, так будет со всеми. Мы эту линейку пройдем просто с вами на ура. Тут, по-моему, 5 эпизодов, да, 5 эпизодов. И даже не поморщимся, все здесь разберем с вами. Тем более, как видите, у меня здесь Рафик, Лео и железная голова. Пускай слабенькая, но, тем не менее, крепкая. Шикарненько. Давай с вами двигаться дальше. Ну, хорош, хорош. Давайте побыстрее как-нибудь вот это все. Там, кстати, уже уровень скоро будет. Ну, как скоро? Не прям сию секунду, но уже на подходе, ребята. Так, погнали. Давай бомбим. Ну, что ты делаешь? Так, Лео решил сделать свою супер-вертушку. Но как-то зря все это дело прошло у него. И Рафик убивает Пиццелицева. Ну, а мы с вами двигаемся, естественно, ребята, далее. Так, смотрим. Это у нас сейчас будет, по-моему, 4-й, да? Этап. Да, 4-й этап, 4-й эпизод. И останется потом еще последний. И уже пойдем с вами на лигу, ребят. Так, ну, куда ты, родной мой, бумкаешь? Так, ну, эй, Раф, ну ты бы мог бы сейчас просто ему звездануть хорошенько по ушам. И все, нет, ты начинаешь ставить себе вот эту вот провокацию никчемную. Пум, готов, все, ребят.
последняя заходочка, и мы с вами пройдем, как говорится, это задание полностью. Так. Еще 30 пиц получили. И 35 пиц у нас, ребята, за победу мы здесь получим. Давайте по-быстренькому уж справимся с ними. Ну куда ты, а, родной ты мой? Что ты пуляешься всякой фигней? Как говорится, кусками своего тела бросается этот пиццелицей. Ага. Так, что это тебе дает? Ну, ответку. Малори график. Да, лучше бы ты поджег его, а. Постепенку повесил, да? На всех почти. Ну, кроме железной головы. И не добили. Хм, странно. Давай. Все, упал. Ребят, все, мы прошли с вами. И, соответственно, сейчас отправляемся уже на лигу. Больше нам пока здесь делать-то нечего. Хотя, можно, знаете, что попробовать? В прошлой серии, которая, естественно, у меня, ребят, не записалась, мы, точнее, я ходил на сюжетные задания. И куда же я прошел? Я вот здесь и вот здесь вот Кирби подбил и подбил Стиранку. Степанку. И вот я думаю, может быть, нам попробовать сейчас. Так, 70-й. У-ху-ху-ху-ху. 70-й и 68-й уровни. Погодите секундочку. А если мы глянем вот здесь? Да, еще, кстати, я эпизод 8-й, по-моему, прошел. Да, помощника этого завалил я. Так, давайте посмотрим вот здесь вот. Ну, здесь еще более-менее лояльно, я считаю. Поэтому, я думаю, давайте попробуем с вами пройти. Так, подожди, ты мне здесь не нужен пока. Притулился там, да? Карай, карай, послушай меня. Слушай мой голос, это не ты. Я всегда была такой. Нет, это неправда. Все совсем не так. Ты мой друг, карай, помоги мне спасти тебя. Не заставляй меня снова с тобой сражаться. Угу. Ну, как говорится, спасения не видать. Сколько там было? Три волны, да, ребят? Ух, будет жарко. Так, бумкнули? Нет, нет, к сожалению. Ой, ёб, просто это, Зэк, почему ты всегда слаб вот против именно этих футовцев кибернетических? Тихо! Жарит, а? Жарит лазером. Ребят, нет, сейчас боюсь, добьют они меня. Ничего себе. Лео, ты тоже такой слабенький, что ли? Я не ожидал, если честно. Так, в провокацию встал. Хорошо. Ну-ка, давай так сделаем. Бум, не упал. Ёлки-палки, я даже не знаю, что сделать. Ну, давай с вертушки рискнем, как говорится. Попробуем. Оп. И как-то не особо хорошо получилось. Ладно, ребята, я делаю, короче, провокацию. Хотя Рафика здесь тоже разбирают. Ну, что сделаете? Ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо-то нам здесь перепадает. Так, ладно. Надо будет хиляться. Так, минус один. Так, давай этого. А, у него защита, хорошо, ладно. Давайте мы тоже, ребят, с вами поставим защиту, чтобы немножечко быть покрепче. И хильнемся, да, похиляться нужно обязательно. Во. Так, я уже увереннее себя чувствую. Так, завалили. Давай попробуем просто ударить когтями, не будем делать супер выпад. Раф, ну что, что ж ты. Так, погоди, давай вот так вот сделаем еще. Да, контратаку повесили, ребята, и упал. Тут у нас три волны. Блин, мы подошли с вами только ко второй. И здесь опять у нас, как видим, футовцы. Вот этих футовцев, ребята, лучше в первую очередь носить. Вы прекрасно только что видели, какой они наносят урон моим бойцам. И я как бы не хочу дозволять им это вот делать дальше. Так, Лео выдержал. Ну-ка, давай. Молодец, Крис. Давай попробуем добить. Ай-яй-яй, не получилось, конечно, немножко, хотя Рафик делает. И этот, наверное, сейчас что-нибудь этакое допульнет. Нет, не пульнет он в нас ничего. И карайка, вот она, ребята, карай. Начнем, пожалуй, мы с вами с этих маузеров. Да, я думаю, что надо их уничтожать, потому что у них, ребята, массовая атака. Так, ух ты, Раф Малорик, ты красава. Давай, наверное, мы супер ударом его. Оп, нет, не получилось маленько. Слушайте, упадет у меня здесь явно кто-то упадет. Я как пить дать говорю. Или Зэк, или Рахзар. Ой-ой-ой, почему-то все на Криса. Что же он не угодил-то так, а? Кто мне скажет? Почему они все на него? Так, нет смысла, ребята, Рахзара вставить в провокацию, потому что он здесь сразу же у нас погибнет. Единственное, блин, у нас
У нас и здесь откат у Рафика по провокации, поэтому ничего не получится. Зачем вот... А, нет, все хорошо, ребят. Постепенка все-таки добила их. Ну что же, осталось здесь у нас только Карай. Давайте попробуем ее по-быренькому разобрать. И желательно без потерь. Вот так бы хотелось. Вот что я сейчас сделаю. Я сделаю провокацию. Ей в любом случае теперь придется бомбить именно Рафика. Хотя у нее есть массовый гипноз. Но я думаю, что он ей не поможет, ребята. И мы ее, наверное, сейчас... Так, давай так вот на всякий случай. Мало ли что она сейчас придумает. Ух, все, ребята, это уже пошло издевательство с моей стороны над ней. Ну, да ладно, мимо. Так, а если вот так вот сделаем? Вот оно, ребятушки. Идеальная победа. Карай мы повергли. Будет какой-нибудь там диалог или нет на этот раз? Посмотрим. Похоже, ничего не будет, ребята. Радарные маяки мы получаем из 110 мутагена. Так, ух. Ребят, вы видите, да, кто нас сейчас здесь будет поджидать? Это ж просто... Ух, босс. Да я так понимаю, что вот это, наверное, тоже, типа... Нет, это не боссы. 69-69 уровень вот этих вот каменных големов. Я не знаю, честно говоря, стоит ли вообще заморачиваться с этим или нет. Ну, давайте хотя бы просто пройдемся и посмотрим, что они себя представляют. Я думаю, что никто в этом... против не будет. Так, волны у нас здесь будет 3. Ой, ненавижу, ребята, я вот этих вот роботов, которые стреляют. У них массовые атаки, и вы знаете прекрасно, что довольно нехило они бомбят. Так, что ты там? Рафик, я смотрю, у меня почему-то всегда слабенький против лазерной атаки. Так, минус 1 крэнк есть. Поставим себе защиту на всякий случай, ребята, да? Так. И теперь вот этого нужно нам уничтожить в любом случае. Потому что он нервирует меня. Так, Раф, давай-ка. Есть. Ну, этих сосунков мы сейчас, ребята, с вами быстренько разберем уже. Пинь. Так, мы на них повесили еще замедление, ребят. Так что я думаю, мы все-таки должны успеть пробить их здесь. Хиляться мы пока не будем слева, да? Нам это пригодится. Вроде бы здесь уже ничего сложного такого нету. Все, мы переходим с вами на вторую волну и смотрим, кто у нас здесь будет. О, здесь очень много вот этих, ребята, дронов, которые стреляются. Это плохо. Для меня это плохо. И я сделаю, наверное, вот так вот. Потому что если они будут массовым ударом сейчас бомбить... Хотя, секундочку, ребят, давайте мы тоже сделаем с вами массовый выпад. Вот, отличненько. Давай-ка мы вот тебя немножечко подобьем. Хорошо, так, и вот этого... Ну, сможем мы добить его, интересно? Да. Ребят, ну а эти сами по себе не очень такие сильные враги. Поэтому... Мы их просто вот так вот легенько и простенько будем разбирать. Отличненько. Все, ребят, переходим на третью волну. Как вы знаете, здесь сейчас будут два босса-голема. Каменный там еще какой-то. И не забывайте, у них очень-очень, ребята, мощная атака. Удары плюются кислотой, точнее лавой. В общем, я не знаю, сейчас посмотрим, как у нас все здесь это дело произойдет. Могу сказать точно, что проблемные эти ребята. Они даже, когда были... Намного меня меньше по уровню. Мне такого жара давали. Так, здесь мы понизили меткость. Давай так сделаем. Нет, смотрите, ребята, они очень тяжело разбираются. Оу, хорошо, что он промазал. А этот, я боюсь, сейчас будет, наверное, чем-то кислотой или еще что-нибудь делать. Нет, они пока просто физическую силу применяют. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Попробуем, пробьем. Есть. Сейчас, ребята, осталось совсем немножко. Давайте попробуем от зэка. Во, хотя мы понизили скорость, я боюсь, сейчас Рафик у меня упадет. Ой, как будет неприятно. Хотя нет, он... Это сейчас может шокер применить. Ух, ёкалы-мэны, вот этого, ребята, я и боялся. Вы посмотрите, что он сделал своей шокерной атакой. Он просто-напросто положил мне моих бойцов, ёлки-палки. Ну, надеюсь, Крис, добьешь? Ну, хотя бы, ребята, так, хотя бы так. Главное, что прошли. Ну, отомстим, конечно, обязательно. Но это будет позже, когда мы с вами наберемся сил. Если бы мы немножечко бы с вами пораньше бы начали бы атаковать именно вот этого шокера, возможно, он бы погиб и не успел бы сделать. Тогда, возможно, каменный голем, который из магмы сделан, стал применять бы кислотный плевок, магмовый плевок, я бы так его назвал, который тоже довольно сильно бьется. Ну да ладно, давайте читать дальше. Мы положим этому конец. Крэнги за все ответят. Ты думаешь, чтобы
не затевал Стокман с Крэнгами, нам это не сулит ничего хорошего. Ну, это понятное дело. Мне все равно, Крэнги слишком далеко зашли. Мы должны их остановить любой ценой. Здесь я с тобой, Лео, согласен. Они очень далеко зашли. И вообще, честно говоря, уже нам осточертели. И как мы видим, ребятушки, мы видим с вами, что у нас осталось всего два эпизодика. Вот эпизод 11 и эпизод 12. Давайте хотя бы глянем. Слушайте, здесь 70 уровня босс. Слушайте, я думаю, что вполне, если мы с вами даже, например, Лео прокачаем до 65-го, да, Рокзара до 65-го и Криса до 65-го, я думаю, что здесь мы с вами пройдем. И, возможно, даже сможем пройти последний, так скажем, эпизод. Ну что же, мы отправляемся с вами в бой на Лигу. Давайте-ка смотреть на... Ага, пока я здесь нахожусь. Ну что ж, поехали. Так, у нас есть 7 карточек, 7 откатов. Выбираем мы... А вот этих вот охламончиков. Так, и смотрим, 45 и 46 уровни. Соответственно, ага, тут все голдовские, ребята. Все голдовские. Соответственно, нам придется выбирать тоже с голдовскими. И, елки-палки, там как-то, блин, мощно как. Давайте попробуем так сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так что железная голова сюда тоже входит. И паукус. Паукус, я надеюсь, меня здесь не подведет. Блин, что, всего два боя сможем провести? Ну, на худой конец три. Ладно, давайте смотреть. Что, почему, как это, почему они стали бить первыми? А ну-ка, молчатик ногтю. Да ладно, блин. Тигренок, ну, мы ничего абсолютно на них даже не повесили. О, карачка неплохо жарит. Так, давай кого-нибудь, этот, боюсь, сейчас начнет свои тут пляски, танцы, укрепит отряд. А он обязательно его укрепит. Так, маузеры тут что-то выделываются. Бум. Понятно, что они затевают. Ну-ка, давай хиляться. Будет укреплять, нет? Я думаю, что Майк все-таки будет сейчас делать свой супер-пупер танец. Если, конечно, мы вот так не сделаем. Попробуем. Отлично бомбанул. Ага, он делает смертельную волну. Баксер, успокойся. Блин, он еще делает подхил, Майк. Вот такой, ребята, он выбрал себе комбу, поэтому я думаю, что Бакстера надо ликвидировать как можно быстрее. Причем он повесил на себя суперметкость, а я в этом не заинтересован. Так, Паукус, давай-ка бомбани. Что, Карай, нет, Караюшка, родная моя, держись, пожалуйста, ты мне здесь очень сильно нужна. Так, минус Бакстер, ай-яй-яй-яй-яй, все-таки ее наказали, да. Подожди, я же хотел... А, да, ребят, не заметил, что у меня там нацел висит. Ну ладно, будем разбивать тогда этих шитиков. Пум, готово, разлетелись кто куда. Ну, я думаю, что больше, хотя нет, они могут еще тигра бомбануть. Хотя тигр, наверное, скорее всего, сейчас сам отдуплится от постепенного урона. Да. Я, блин, как в воду гляжу, ребят. Ну, сами понимаете, сколько смотришь, сколько знаешь, сколько видишь, и уже предполагаешь заранее, предвидишь, как говорится, итог, результат всей нашей этой драки. Да. Победа не идеальная, три персонажа выжило, соответственно, мы получаем с вами мало опыта, мало мутагена, и будем продвигаться дальше. 394 мутагена нам всего дали, перескакиваю я на 32-ю позицию, то есть, грубо говоря, был на 38-й, стал на 32-й. Да, 6 позиций, ребятушки, ну это никуда не годится, это вообще кисло. Выбираем с вами, а тут все одинаковые, смотрите, почему-то в последнее время, я смотрю, мода пошла вот на этих вот носорогов, на Рокстеди. Почему? Пока не знаю, ребята. В чем преимущество? И Бибопа, кстати, любят тоже к себе в компашку многие вкладывать. Не знаю, с чем это связано, но мы будем с вами, ребята, по стандарту свою легендарную, как говорится, команду брать и наказывать вот этих вот ребят. Так, Донни, Майки. Ладно, плевать нам на это все. Замечательно. Хорошо-то получилось. Давай пробивной. Нормуль. Так, и давай уже так просто бомбить не буду, ребята, я здесь защиту там ставить, еще что-нибудь. Я думаю, здесь справимся мы и так, легко и просто, да. Видите, на одном дыхании просто все. Замечательно. Так, ну что же. Продолжить. Так, на какую позицию мы с вами перелетаем? На 16-ю. Я думаю, что мы сейчас, ребята, должны, в принципе, перейти и с вами будем на 3 звезды. Так... Давайте-ка посмотрим, что нам за оппонент достанется здесь. Опять то же самое, ребята. 14-17. Как-то кисловато, ребятушки, кисловато. Но, тем не менее, возьмем с вами самых таких пораженных ребят.
Давайте... Давайте вот этих. Подожди, они даже все двухзвездочные. Ну ладно, хорошо, берем вот этих вот. И выставляем нашу... Нашу, говорю, суперзондер команд, ё-моё. Раф, не надо выкаблучиться, пожалуйста, дорогой ты мой. Все, моя команда готова, ребята, и в бой. В бой, как говорится, не отступать и не сдаваться. Ну что же, начинаем, естественно, с бомбы от Зека. Так, замедлили почти всех, кроме Доника. Значит, от Доника нам нужно избавляться. Все, это он, грубо говоря, сейчас погибнет, поэтому давайте, наверное, бомбанем. Да, Рафа из фильма. Хоп, упал, пардончи. И добивочный, думаю, будет для многих вот этот удар от Лео. Не для многих, а для всех даже. Шикарно получилось, согласитесь. Так, ну что же, ребят, жалко, у меня, конечно, откаты закончились. Больше я не смогу драться. Но перейдем мы, да, мы с вами перешли на трехзвездочного самурая. Блин, я практически, ребят, на последнем месте. Любой бой я в автобой, если проиграю, естественно, упаду сразу же вниз. Ну да ничего страшного, сегодня что за день недели, я уже не помню. Скоро, ребята, у нас закончится все это дело, вся эта лига, шмига. И, блин, и опять я, ребята, не попаду в Лигу Сёгунов и не получу платиновые осколки. А мне очень сильно они нужны. Очень сильно. И что же мы еще, ребят, с вами пропустили? Ну, вы, конечно же, этого не видели. Так, по рангу тут все у нас понятно, да? Звездочек не хватает. Я проходил эксперт в плане... Да. Мне нужны были ДНК на нашего сплинтера. Ну вот до сюда вот я, ребят, дошел, как вы видите. Эпизод 4, эпизод 5 и 6, соответственно, я не потянул. Но, тем не менее, и сколько у нас, кстати, у нас пиццы-то есть? Я хочу снять здесь, ребята, куш. Попробуем еще взять две карточки сплинтера. Да какое, блин, 2 доллара? Что вы в самом деле делаете-то, а, ироды? Да елки-палки, какой современный журнал, он мне не нужен. Дайте, говорю, во, вот, ребята, две карточки сплинтера. Здесь у нас, не... да, только там мы можем с вами получить. Но здесь также мы можем взять две карточки Дони и две Лео. Ну, согласитесь, что Лео нам не нужен, потому что он у нас все, хай. Сколько у нас остается с вами? Блин, 32 из 50, да? Сырка этих. Но мы можем с вами сделать как? Зайти сюда. Да подожди, ты ядрен батон. Зайти сюда. Кто нам еще? Платиновый-то я не потяну. Интересно, а потяну я? Нет, не потяну, ребят. Нет, конечно, нет. У меня не хватает. Если бы у меня вот здесь бы, например, был бы Рафик, да и хотя бы железная голова, я, может быть, еще и справился. Может быть, это под большим, так сказать, вопросом. Ну, смотрим, где у нас тут три звезды и что мы можем здесь с вами снять. Какие сливки? Вот Лео мне нужен, ребят. Попробуем его получить. А мне как раз, по-моему, не хватает двух или трех карточек. Ну, почему-то мне кажется, что... Нифигашечки у меня, ребят, здесь не выйдет. Сколько там еще? 20 сыра. Так, Рафик нам выпал. Дай мне Лео, пожалуйста. Дай мне Лео. Лео. Есть! Так, ребят, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Нет, я не ошибился, ребятушки. Леонардо ролевой. Да, то, что надо. Ну что ж, давайте нанимать. Я этим персонажем не играл, не видел, не знаю, что он делает, но я вижу, у него появилось две способности. Первый называется «Рыцарь идет». Лео бьет врага щитом и рубит его мечом. Вероятность 10% ослабить защиту на 50% в течение одного хода. Шанс выше 50%, если персонаж класса техника. Ага, ну, то бишь, против класса техники у него идет, как говорится, усиленная атака. И язык пламени. Это Лео взмахивает мечом и поражает врага дугой пламени. Разрушитель. С вероятностью 10% получается на помощь на один ход. Получается, блин. Наверное, хотели сказать, получает помощь на один ход. Вот так вот. Ну что же, очень даже чутненько открыли мы с вами одного персонажа. Так, что там у April навыки? Я мог... Почему написано... Погоди-ка секунду. Три. Два навыка. Каких два навыка я могу? Ну, я вижу только вот это вот. Хорошо, давай я сделаю так вот. И еще, что ли, могу поднять ей на третью ступень? Да, ребята, могу на третью ступень прокачать ей близость к врагу. Пускай будет так.
Ух, так, ну здесь можно, ребят, сразу же обменять это дело, потому что нам нужны будут, как говорится, эти сюрики, это валюта ихняя местная. И все, все, ребятушки, на этом, пожалуй, можно будет, хотя, блин, ребят, ну смотрите, всего 7 ДНК-шек и сплинтер будет у нас в кармане. Но опять же, хотя 3 звезды и голдовские, это уже что-то, это тебе, извини меня, не вот эти вот серебряные. 3 голд-звезды. Замечательно. Так, ну-ка давайте-ка посмотрим. У нас, по-моему, да, 119 сыра еще есть и 8 сыромороженого. А ну-ка-ся. Нет, здесь нам не нужно ничего. Давай-ка вот сюда зайдем и еще посмотрим, кто у нас может быть. Так, тут у нас остался лишь Крип и Пиццелиций. Воу, мы можем здесь с вами. Ну зачем? Нам уже Лео, в принципе, не нужен. Ну, как бы нужен, но потом... Вот здесь, может быть, попробовать, а, ребят? Давайте рискнем. Так, 5. Буквально одна попытка. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы выпал у меня Донни. Ну, чувствую... Погоди ты! Зачем? Мне это не надо. Давай вот так вот, по ускоренному. Камень Талик получили. Да, ребята, здесь вроде бы как все. Но пиццы у нас еще хватает. И поэтому, ребят, давайте-ка мы с вами, как говорится, крутанем на дорожку рулетку. Эх, поехала, роднуля моя. Тормозим. И что? Леонардо фильм. Хорошо, поехали дальше. Так, крутись, крутись, колесико. Тормозим. И выпадает... О, отлично, ребят, 2 ДНК на Рокстеди. Ну что же, последняя попыточка. Поехали, ребят. Ну, давай. Тормозим. Да что такое, я же... Ну, я же сказал, тормозим, ребят. И... Да, Бибоп фильм. Думал, на Доника перепрыгнет, но, к сожалению, не перепрыгнула. Так, сплинтер, черепашки. В общем, ребята, сегодня все, что мы могли сделать... Нет, конечно, не все. Можно было бы поднять ранг нашей Эйприл Кунаиши. Но, как вы понимаете, не хватает сюриков. А сюрики мы с вами получаем за что обычно? За новый уровень, да? А до нового уровня нам там осталось совсем ничегошеньки. Плюс, не забываем, мы сегодня прошли один сюжетный, как говорится, одну сюжетную миссию. Ух, блин, вот смотрите, сколько здесь-то еще дофига, ребята. Ну, правильно, сложный этап. Эх, 68-й, 7... Вот, короче, у нас с вами цель в ближайшее время пройти вот этот вот уровень. И, как говорится, в 6-й главе, ой, в 7-й главе пройти вот этот тоже уровень. Я думаю, что мы должны справиться и не подвести. А на этом, ребята, все. Я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И, как говорится, до новых видосиков, до новых встреч.